Подготовка, переподготовка, обучение вторым смежным профессиям и повышение квалификации работников подразделения Алмалыкского горно-металлургического комбината – одна из важнейших задач коллектива учебного центра, который в своей работе использует различные методы, способствующие активизации процесса профессионального роста и интеллектуального развития специалистов АГМК. Согласно утвержденному плану, во всех подразделениях АГМК организовываются курсы различной направленности. Так, к примеру, в настоящее время на основании распоряжения номер 2575 от 29 июля 2022 года для работников комбината, имеющих категорию БЦ и не менее 2 лет стажа вождения, организованы курсы подготовки водителей большегрузных автосамосвалов «БелАЗ». Как рассказал мастер производственного обучения учебного центра Ильор Рискулов, из желающих, подавших заявки на обучение, укомплектованы 2 группы. Первая группа из 28 человек уже завершила обучение, успешно сдала экзамены квалификационной комиссии. И по результатам экзамена выпускники курса получат соответствующие удостоверения. С 30 августа начались занятия для второй группы из 30 человек. Для полноценного обеспечения учебного процесса подготовлен специально оборудованный класс, в котором имеются все необходимые технические средства обучения и наглядно-дидактические пособия, в том числе и тренажер. Программа обучения рассчитана на 120 часов теоретических и практических занятий. Лекции читает Ашурмат Сайфудинов. А нас тут учат самые, можем сказать, лучшие учителя, которые здесь уже много лет работают. И у них много стажев, у них там много учеников, которые уже работают больше 20 лет. И у каждого, по-моему, не было проблем после таких учителей по вопросам. У нас всегда готовы учителя отвечать на наши вопросы, которые нас затрудняют. Научился вообще, можно сказать, почти ко всему. К БелАЗу 75-40. Например, водить. Это устройство, которое сейчас у меня сзади стоит. Это устройство как точь-точь одинаковое с настоящим БелАЗом. Я еще не видел такого устройства еще нигде. Даже многих уголков, где есть БелАЗы, по-моему. Это очень помогает нашим ученикам и водителям в будущем, потому что здесь можно все так сразу в одном кабинете научиться и водить, и учиться наизусть, отвечая на вопросы, сидя вместе, все собрано. Подобные курсы переподготовки, повышения квалификации, получения второй смежной профессии помогают значительно усилить кадровый потенциал Алмалыкского горно-металлургического комбината.